Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики! С вами, как всегда, Сладкоежка! И сегодня мы с вами посмотрим видосянчик от Nexus Geometry Dash. Называется он ТОП-5 Босс Battles. Ну что ж, здесь будет батл, здесь будут сражаться 5 боссов Geometry Dash. Вот, думаю, то, что будет интересно посмотреть, поэтому всем, ребят, желаю приятного просмотра. Новинка, кстати. Видос свежий, я так понимаю. 6 лет назад. Свежайший просто. Так, Nemesis by Galzo. Funny game. Давай, let's go. Не, ну в принципе это было 6 лет назад. Сейчас они эти уровни, наверное, уже отдыхают. Ну, насчет этого босса, что хочу сказать, босс офигенен. А что за варнинг? Ух ты, ёб твою дивизию. Да уж, ребят. Насчет первого босса ничего фигового не скажу. Босс получился топовым. Че это? Нифига. Мухоморчики, как без них. Блин, ну здесь таймингов просто море. Это считайте, каждый прыжок, каждый клик надо запоминать, заучивать. Орел руинит. Орел босс. Или это ворон? Что это такое? То ли орел, то ли... Ну, скорее всего, ворон. Звездец, я говорю, каждый прыжок надо запоминать. Просто каждый. Ой-ё! Да уж. Как мы видим, второй босс намного жестче. Уже и этот дракон или что это? Жестко, жестко. Декора здесь валом.
7 минут, ребят. А, не-не, то... Или да, или чё? Этот босс 7 минут идёт? 8 почти, напишите. О-о-о! Пайсион 2 бай... Мэник 648. Пошел босс! Давай, давай! Пусти меня в чела, бля, кому-то. Ё-моё, ну! Не зря это в босса добавили. Какое-то фаер-шоу. Звездец. Блин, вот я уже посмотрел третьего босса, и что хочу вам сказать. Вот третий босс пока что, ребят, самый такой, бляха, жесткий. Хочу уже дальше, ну. И это, представьте, это было 6 лет назад. Сейчас... В 100 раз хуже. Ну, в смысле по сложности, да? Жестче имею в виду. Строят. Так, The Badland by Addicts. А вот здесь пошел уже спидран какой-то. Чисто скорость. Вум! И все. И пошло говно по трубам, жара по трубам. Здесь тоже, как видите, да? Четвертый босс еще жестче, больше таймингов. Да йоу, ну... Ой, ё-моё, куда я попал? Зачем Серёге это прислали? Я уже на кресле не могу сидеть. Такое чувство, что я сейчас взорвусь. У меня, ребят, верите, вот я сейчас смотрю на это, я не могу даже слов подобрать. Насколько это красиво, насколько это мощно. Я в шоке. Ну и пятый босс, кто у нас? Давай пятого. Пока. Так, Blast for Nice by Sammy Fuing. Чего-чего? А, и My Bow Flow. Офигеть. Не, ну это, ребят, это просто...
Как такое можно пройти вообще, вот скажите? Топ-5 боссов. Хорошо, если взять за 2023 топ-5 боссов, что тогда будет? Нервные клетки не восстанавливаются. И клавиатуры, которые вот так вот ломают, тоже. Я в ахуе. По-другому я ничего не скажу. Мне люди пишут: Серега, побольше комментируй уровень. Да что я здесь прокомментирую, если здесь целый босс? И если здесь настолько все мощно, настолько все быстро, что у меня мозги кипят уже. Что здесь комментировать? Тупо пятерка жестких, офигенных, хорошо построенных, проработанных, проделанных боссов. Да. Только 60%. There's more. No. О-о-о-о-о, полегче. Я в шоке. Такие длинные эти 5 боссов, ребят, что жесть. Чё, взорвётся? Фух, мы смогли, ребят, это посмотреть. Я думал то, что у меня... Организм, как говорится, не выдержит этого. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчет данной горячей пятерки. Насчет данной горячей пятерки данных боссов. В принципе, как я уже и в реакции сказал, боссы получились прикольными. Мне кажется, это еще даже в 100 раз хуже, чем какой-то там экстрим демон. Вот. Мне очень понравилось. Да, бомбил, вот, и вы будете бомбить в комментариях, вот, так что, как говорится, счет 1-1, все пучком. От души вам всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои топовые, позитивные и приятные для меня комментарии. С вами, как всегда, был Садкоежка, всем я желаю добра, пройти побольше демонов, всем удачи и всем пока-пока!